Режим повышенной готовности в Магаданской области продлили до 14 сентября включительно. Соответствующее постановление глава региона Сергей Нусов подписал на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении магазинов. 90 предприятий общественного питания в Магадане прошли обследование и получили акт, дающий разрешение на оказание услуг в период действия ограничительных мер. Разрешено посещение образовательных учреждений в том случае, если они отвечают всем санитарно-эпидемиологическим правилам. С момента начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились 1999 калмычан. Справиться с болезнью удалось 1610. Для 18 встреч с вирусом оказалось фатальной. За прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения.